Мы на канале Drop City, и сегодня рассмотрим такой проект, как Patcher.com. Итак, что такое Patcher? Сразу хочу показать вам то, что данный токен уже торгуется, уже имеет свою цену, и что довольно неплохо так держит, хоть и 24-часовой объем на данный момент составляет всего 73 тысячи долларов, но это временно. Market cap уже на данный момент в обороте 5 373 000. Так, давайте перейдем на сам проект. Торгуется, кстати, на CoinStore или на PancakeSwap. Данный проект построен на сети Binance Smart Chain, но это временное. Сейчас дойдем до этого пункта. Итак, сам токен Patcher был создан как временный токен на Binance Smart Chain BIP-20. Один токен Patcher равен одной монете Futuro. Всем держателям токенов будет предложено обменять свои токены на монеты, как только монета Patcher будет запущена и будет продаваться. Также гарантируется беспрепятственную конвертацию в монету. Владельцы токенов могут вернуть свои токены на счет, который будет указан на patchercoin.com в обмен на такое же количество монет. Вполне возможно, что для этих токенов никогда не будет рынка. Компания все равно работает над тем, чтобы вывести токен на swap биржи и повысить его рыночную стоимость. Более подробно о данном проекте, о его технической части, мы можем найти в белой бумаге, white paper. И это должен прийти обязательно каждый, ознакомиться, чем занимается. Также на сайте опубликованы члены команды, генеральный директор, кто и основатели данной компании UTIR, учредители, директоры UTIR SRO, менеджер проекта, начальник отдела и другие. Беглый взгляд на использование мобильной телефонии во всем мире показывает, что почти половина мира и более 57% Африки не имеют доступа к интернету. Также опубликована дорожная карта, всеми нам необходимая, где мы можем видеть все ближайшие планы данной компании. Например, на первый квартал, в феврале месяце, состоялся старт мягкого запуска Patcher токен. Во втором квартале чат лицензия 4G, и в третьем квартале планируется запуск услуги Wi-Fi в Мавритании, лицензия 4G в Мавритании, также планируется запуск услуги Wi-Fi в Чаде. И на четвертый квартал планируется запуск услуг 4G и Мавритании, и планируется запуск услуг Wi-Fi в Чаде. Почему инвестировать именно с данной компании? Как и утверждает сама компания, у них есть и юридическая деятельность и Словакии, и Грузии. Потом компания получила разрешение на выпуск криптообмена и получила разрешение на выпуск криптообмена. Следующий пункт — это то, что есть полностью интегрированный план. Через Innovation компания разработала революционный, полностью интегрированный план подключения неразвитых стран к интернету и добавления миллиардов пользователей. И еще немаловажный пункт — это то, что они как пионеры в представлении высокоскоростного скоростных модемов. Компания является пионерами в области внедрения высокоскоростных модемов и продолжает оставаться лидерами в этой области. На сайте мы можем найти много интересных статей, такие как исключительный технологический инвестор в Грузии, решение глобального цифрового разрыва, остерегайтесь перед покупкой крипто. Довольно интересные, познавательные статьи, которые можно в свободное время прочитать, изучить. Переходите на сайт, изучайте, это просто обзор, все ваши инвестиции на свой страх и риск. Это не финансовая рекомендация. Всем спасибо за внимание. Всем пока.